Привет, ты на канале Zenimax Games, и мы с тобой продолжаем играть в Тинникина, нашего Майла приключения. К сожалению, установка заработала, но наш Майла, что-то произошло с ней, и он не полетел. Но с потолка упала веревка с вентиляцией, и мы оказались с тобой на чердаке. Новая локация, давай посмотрим, что здесь вообще находится и происходит. Играет музыка. Последнее пристанище. Че такое? Маленькое здание какое-то. Но это не локация. Это может быть что-то посвящено, да, вот игре. Может разработчик. Давай посмотрим. Слушай, как интересно все. Так, картины какие-то. Значит, всеми игрушками игралась девочка. Вроде бы девочка это. Это наш великий Ордвин. Он самый. Тут музыку слушает. Так, что-то связано вот с этим вот домом, да, нужно вот зайти посмотреть. Слушай, я вообще хочу все везде посмотреть. Так, а чё ты там? Слушай, я помню эту игрушку. Да, это было у нас в одной из локаций, да? Было прикольно. Ладненько, пошли посмотрим. Кстати, наших помощников почему-то сейчас нету. Я не знаю почему и где они. Это все моя вина, я заслужил наказание. Давай общаться. Так, если честно, я немножко пока сейчас не понимаю. Картины. Может уничтожить музыку? Блин, он что-то не реагирует. Забудьте Ордвина. В смысле забыть? Тихоходки. Вот это была музыка. Давай, может, что-то уничтожим? Я не знаю, что-то нужно сделать. У меня только 4 взрывателя есть. Это, конечно, очень мало, но... Да, сюда нужно. Готово. Что? Моя любимая песня? Кто это сделал? Кто осмелился? Покажитесь, негодяи! Да, это был я. Минитил, послушай, ха-ха-ха. Я слышу лишь тишину вокруг себя. Ты как себя чувствуешь, дружище? Свободным. Я чувствую себя свободным, но... Да успокойся, успокойся же, я доставлю тебя в лечебницу. Майла Дейн, я прямо выпала в осадок, когда узнала, что наш бог всего лишь иллюзия. Но мы освободились от песни, и это лучшее, что с нами произошло. Я знаю, что мои товарищи в конце концов это тоже почувствуют. Для меня было бы честью, величайшей честью работать вместе с тобой. Я знала, что ты достоин моего старого знамения. А ты позаботься о своих друзьях, Майла. Ты же им нужен, понимаешь? Ты же им нужен. Так, ну подожди, вот теперь, наверное, сейчас к этому, да, нужно пойти пообщаться. Или все-таки сюда? Тут какая-то установка есть. Я думаю, что-то произойдет сейчас. Давай. Эй, что ты? Это ты выключил музыку?
ты выглядишь как огромный тайникин со странной прической. Хм. Ой, прошу прощения, я просто задумался. Я Месси. Месси Ардвин. А ты меня нашел, значит? Поздравляю. Значит, мне надо найти новое укрытие получше. Это будет несложно. Я знаю этот дом как свои 5 пальцев. Постоянно скрываться от всех это так утомительно. Эти там внизу считают меня богом, представляешь, какая ирония, я жалок, я неудачник. Мое средство должно было лишь немного всех уменьшить. Все пошло не наперекосяк, и к тому же очень быстро. Я пытался исправить свою ошибку на протяжении столетий. Нет, даже тысячелетий. Увечья, причиненные моему делу, это цена, которую пришлось заплатить за выживание. Этот дом, вернее, эта тюрьма застряла во времени, и все ради того, чтобы уложить этих жалких чудищ. Тот, из-за кого вымер его собственный вид, должен называться демоном, а не богом, правда? О, Лукреция и... Впрочем, забавным, они идут за тобой, как будто у вас есть что-то общее. Я никогда не видел, чтобы они так интересовались кем-то еще. Ну, кроме меня, конечно. Мне нужно вернуться на землю. На настоящую землю, понимаешь? Сбежать из этого места, где никогда ничего не меняется. Нужной мне технологии в 1991 году еще не было, поэтому ею так и не получится воспользоваться. Я решил от нее отказаться. Ты потомок землян. Я думал, что уничтожил их, но Майло Дейн. Ты, значит, с Эгиды. Эгида звучит знакомо. А, ну конечно. Это же был один из миров, подготовленный на случай угрозы. Значит, им хватило времени. Ха-ха. Им удалось спастись. И вот ты здесь, Майло Дейн, вместе с миллиардами своих соотечественников. Я так счастлив, мне так хорошо. Я был так одинок. Погоди, так у вас же наверняка тысячи лет не прекращался технический прогресс. Твой костюм. Покажи мне его. Не исключено, что моей машине не хватает лишь. Скорее, Майло Дейн, я обязательно должен встретиться с этим твоим Ридми. Я не бог, но я чувствую, что случится чудо. Это лицо. Да это же глазам своим не верю! Ардвин! Похоже, он просто чуток растерялся. Он ведь большой поклонник, я дам ему выпить, чтобы он пришел в себя, хорошо? Ардвин, то есть Месси, ты понятия не имеешь, что значит для меня и что это значит для дома. Мой юный друг, боюсь, легенда вне чуток преувеличены. Мне очень повезло, что в чертежах разбирался именно ты. Все твои изобретения просто гениальны. Спасибо. Я, кстати, Майло Дейн, Месси объяснил мне, почему машина не работала раньше. В чертежах этого не упоминалось, но для нее требовалось намного больше энергии, чем я думал. Тем не менее, чтобы найти нужное, далеко ходить не придется. Майло Дейн, протяни руку. Косточка. Она принадлежит малышу Невусу, да? Сейчас это всего лишь игрушка, но в ней содержится больше энергии, чем нужно было для освещения всей столицы в мое время. Майло, ты понимаешь, что это значит? Мы добились всего, чего хотели. Ты вернешься на Эгиду, повидаешься с Невусом и расскажешь всем, что твоя гипотеза была верна. А я останусь здесь на некоторое время. Моим помощникам без меня не обойтись, а своим талантом я найду применение, буду помогать жителям дома. Скучать не придется, всегда есть какая-то проблема, которую нужно решить. Кроме того, не только ты сегодня покидаешь дом. Майло Дейн, тысячи лет я надеялся возродить свой народ, но я никогда не думал,
что мой народ возродит меня. Насколько я помню, в машине достаточно места для двоих. Возьмешь меня вторым пилотом? Прощайте, друзья. Месси, Бог, ты или нет, но мы вечно будем тебе благодарны. Жаль расставаться, но жители дома всегда будут тебя помнить. Ну что ж, попытка номер два. Ты только посмотри, сколько миров. И каждая мир что-то есть. И кого-то еще принесли, да, с собой в новый мир. Достижение разблокировано. В принципе, что по игрушке? Мы с тобой ее прошли... Я думаю, что на все 100%, потому что я добыл все реликвии. Я добыл 8 пузырьков бабл-глайдера, да, с помощью которого можно перемещаться на дальние расстояния. По игрушке мне очень сильно понравилось, было реально интересно, где-то было немножко сложно, было немножко где-то непонятно, но мы с тобой ее прошли. Если тебе понравилась эта игрушка и мое прохождение, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, поддержи его, пожалуйста, комментарием, конечно же, нажимай на колокольчик, чтобы узнать о том, что выйдет какая-нибудь новая игрушка, где я тебя уже буду ждать с прохождением. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока. Thank you.